Здравствуйте, сегодня мы бы хотели представить наш проект, который называется «Процедурная генерация помещений на примере подземелий в игре D&D». Начать мы хотели бы с актуальности нашего проекта. Целевой аудиторией нашего проекта являются мастера D&D, которым будет намного легче спроектировать подземелья, которые будут проходить игроки. Более того, разработанный нами алгоритм будет полезен при создании компьютерных игр, как сейчас очень популярное использование автоматической генерации карты в играх с открытым миром, что, соответственно, упрощает и ускоряет работу гейм-дизайнеров, дизайнеров, ну и в целом команды разработчиков. Целью нашего проекта является непосредственно разработка алгоритмов процедурной генерации, ну и, соответственно, на основе этих алгоритмов разработка приложения, которое будет позволять создавать подземелья для игры D&D. Перед нами стояли несколько задач. На слайде представлены некоторые из них. Начать хотелось бы с изучения вопроса процедурной генерации, так как это вопрос не такой простой. Мы изучили большой пласт информации, прочитали множество статей, посмотрели много видеороликов на эту тему. Вот. После чего мы выбрали инструменты для реализации нашего проекта. Мы выбрали как язык программирования Python, а как графическую библиотеку мы выбрали Pygame. Наш выбор обоснован тем, что в Python есть простая реализация классов, а Pygame является удобной графической библиотекой, ну и, соответственно, в дальнейшем это будет влиять на удобство реализации визуального оформления наших алгоритмов. После чего перед нами стояла задача разработать алгоритм процедурной генерации, визуализировать его, после чего надо было проанализировать и оценить результат и доработать проект до итогового состояния. Да. Собственно, после изучения источников информации по данной теме, источником нам послужило множество статей, в том числе англоязычных, в которых рассказывалось про процедурную генерацию разными методами в различных играх. В результате мы остановились на том варианте, про который мы более подробно рассказывали в предыдущем ролике. На его основе была разработана альфа-версия программы, которая также была представлена в предыдущем ролике. Но альфа-версия нам очень сильно не понравилась, были выявлены множественные проблемы, да и в принципе она не была доработана до итогового необходимого состояния, в ней не было коридоров. С учетом найденных ошибок была разработана вторая, фактически полностью новая версия, вот, и на данный момент это актуальная последняя версия программы. В общем, мы проанализировали итоговую версию, которая у нас на данный момент, выделили список возможных и даже необходимых доработок, и, в общем, сейчас представим вам результаты. Начать хотелось бы с промежуточных результатов. Слева вы видите работу альфа-версии. Уже здесь можно видеть некоторые проблемы. Это и комнаты, которые находились вплотную к краям экрана. Это и слипшиеся комнаты, и вообще неказистые, слишком близко друг к другу находящиеся комнаты. Справа вы можете видеть версию программы, в которой впервые появились соединения между комнатами. Они были реализованы с помощью обычных линий, тонких. Вот. Это алгоритм визуализации графа. Собственно, после этого мы перешли к коридорам уже более толстым, понятным, логичным. Вот. Ну, в результате нашей работы был реализован собственный алгоритм для построения отрисовки подземелий, который основывался на информации, которую мы получили о алгоритмах построения графов и, в принципе, алгоритмах процедурной генерации. Кроме того, наше решение имеет конфиг-файл, благодаря которому можно настроить генерируемые подземелья под себя. Вот, что очень удобно, в конфиг-файле более 10 параметров, которые вы можете настроить. Ну, наш алгоритм спокойно справляется как и с небольшим числом подземелий, так и с небольшим числом комнат с подземелий, так и с довольно большим. То есть слева это 100,
справа это 8. Вот, на этом наша презентация закончена. Вот, и у нас осталось немного времени для того, чтобы продемонстрировать код. Здесь у нас константы цветов, константы, которые хранятся в конфиг-файле. Вот, функции, переносящие конфиг-файл, функции, его выводящие, классы пикселя, в которые можно подгрузить текстуры. Вот, класс плоскости, которая хранит в себе данные о комнате и разделении. Собственно, сама функция, которая делит заготовку под подземелье. Вот. Ну, соответственно, функция, которая делает коридоры. Вот такой вот у нас алгоритм. Ну, вот можно его запустить. Вот так вот. Спасибо за внимание.